Так, что у нас тут? Это машинка конструктор. Она полностью разобранная, и надо ее собирать самому. Так, давайте откроем, посмотрим, что там у нас внутри. Вот так все это примерно выглядит, без коробочки. Здесь только один корпус. Это Ford Mustang. У него здесь капот открывается, все железное. Заднее стекло только вот стоит и все, а боковых и переднего лобового стекла нет. И внутри ничего тоже нет. Тут вот стоят запасные диски на выбор. Можно поставить черные, можно поставить серебряные, серебристые. Так, в этой коробке все. Дальше что у нас там есть? Так, вот здесь у нас резина, какие-то подкрылки, бампера. Здесь это днище, сиденье автомобиля и внутренняя обшивка. А здесь еще вот стекло. А вот еще основное днище. Вот еще я нашел. Основное днище. Тут под колеса вот как раз таки. Так, а это внутренняя, то есть часть под сиденье. Тут все основное. Ага. Есть хорошая инструкция, кстати. Отличная, прям такая цветная. Все. Сначала мы ставим фары, решетку. Потом мы устанавливаем внутренние части, сиденья, задние бампера. Потом на днище все остальное доставим, прицепляем и вставляем в кузов. Итак, давайте приступим. А, кстати. Здесь еще идет в наборе, еще есть отверточка маленькая, специально, видимо. Специальная отвертка. Такая маленькая, удобная. Везде можно подлезть. Так. Давайте, значит, все это дело достанем. Кому не интересно наблюдать, можете пока посмотреть это видео на заднем плане про всякие разные аварии. О, столько запчастей! Как все это я буду собирать, интересно теперь. Так, что же у нас там первое по инструкции было? Это поставить двигатель под капот. Двигатель, как будто бы. Вот так. Вот у нас двигатель. Вот мы его устанавливаем. Просто защелкиваем, получается, и все. Вот, все. Вот двигатель уже у нас стоит. Отлично. Это мне очень нравится. Простота такая, раз и поставил, не как всякие там китайские игрушки. Так, здесь еще, кстати, вот есть спидометр, тахометр. Все это дело надо будет приклеить, не забыть, потом доставать будет тяжело. Кстати, после установки двигателя, а нет, защелкивается, я думал, не защелкивается, он прям сложно ставился как-то. Так, дальше. Так, дальше по инструкции у нас надо установить спойлер. Вот я его нашел. Сначала я его даже и не заметил. Он прозрачный. Классная машина, конечно, прям такая железная. Чувствуется качество.
Так, как же мы его установим, интересно? Вообще это не спойлер. Это для фар, видимо. Получается, двигатель-то я рано установил, что ли? Вот это да. Вот это ставится сюда. Получается, где? Вот. И вот это не спойлер, это получается только из-за фар. Как будто фара стеклянная. Вот, все, стоит. Ну, теперь можно поставить двигатель. Давай, защелкивайся. Давай, давай. Уже сложнее стало ставить. Что такое? Во, просто там не видно было куда. Отлично, все. Стоит. Все защелкивается. Лобовое стекло. К нему надо приделать еще зеркало заднего вида, надо найти здесь. Так, где у нас зеркало заднего вида? Вот оно. Я так понял. Это зеркало. Или это не зеркало? Нет, это не зеркало. Да елки-палки. Ты что найдешь? Кстати, да ёшкин кот. Так, ладно. Давайте тогда пока, раз в этом бардаке зеркало не могу найти, давайте соберем вот эту штучку. Это все основное днище, вот трубы получается. Значит, сиденье сюда вот идет. Вот так. Классно. Все встало. Даже не надо прикручивать. Просто это встало и все. Так, я так понял, что надо поставить еще сиденье сразу. Какие-то, конечно, крепежи странные, если честно. В общем, я понял, что ребенок не справится с этим крепежом, однозначно. Придет к папе и скажет: папа, защелкни, а папа тоже. Если честно, справился не сразу. То есть надо здесь мощное усилие прикладывать, прямо давить отчаянно. Так, дальше. К днищу приделывается у нас коробка. По крайней мере, рычаг от нее. Вот он. Я его нашел. Не он, что ли? А, вот он. Как будто бы ручная коробка. Так, дальше у нас сразу ставятся распорки сзади. Так как у этих автомобилей, у спортивных, обычно не бывает задних сидений, они там ставят распорки, которые кузов делают жестче. То есть эта распорка у нас присутствует. Так, а это у нас, это панелька, передняя панель вся. Сразу надо наклейки к ней приклеить, чтобы не забыть. Иначе можно забыть, а потом придется снова все разбирать. Хотя они такие маленькие, что даже может и незаметно будет. Вот это что такое? Миста. Непонятно, куда я приклеюсь. Так, где у нас руль?
Отлично. Вот у нас руль. Отлично. Так, что-то я неправильно, по-моему, ставлю. Вниз головой. Во! Классно. Руль готов. Угу. Тут еще можно вот пока на двери установить внутренняя обшивка для дверей. Интересно, вам там видно, нет? Так, это с другой двери. Давай с этой возьмем, вот она. Отлично. Там как будто колоночки, все дела. Не знаю, вот. Игрушечная машинка мне такая нравится, конечно. Не знаю, хотел бы я такую настоящую или нет. Даже не знаю. Даже постоянно надо ее, за ней ухаживать. Так, обшивка тоже. О, вроде не сломалась. Ну прям надо давить, конечно. Очень мощно. Ну классно, дверь красивая сразу стала смотреться. Вот, прям так красиво смотрится, отлично. Двери прям захлопываются, как настоящие. Давайте приделаем вторую обшивку. Я уже понял, что давить надо здесь все предметы, все запчасти прямо со всей силы. Я уже это понял. О, это вообще прям надо вот так вот. Все, во. Ну, классно, прям так мне нравится. Так, дальше. Какой-то вот я увидел задний спойлер. Мне кажется, сразу его можно тоже приделать. Сзади. Вон написано GT, фары, все дела. О, как красиво. Вообще. Так, здесь еще под номер есть. Вот как раз таки. Это я сначала думал, что это зеркало заднего вида. Но это оказывается под номер. А, вот, кстати, может наклейку туда и наклеить под номер этот. Да, кстати, вот идея хорошая. Написано Маисто. Маисто, что это? Это, наверное, система какая-нибудь музыкальная или тюнингованная компания какая-нибудь. Тюнинговочная. Так, это, наверное, у нас передние спойлера, всякие разные там решетки. Ой, блин, не туда одел. Представляете, вниз головой одел. Так, сейчас придется использовать какие-нибудь инструменты. О, еле достал. В общем, встает намертво. Так что желательно, предупреждаю, если будете такую тачку брать себе, собирать, то лучше сразу ставить правильно, потому что я сейчас еле-еле достал. Только при помощи пассатижей у меня получилось все это сделать. Вот все, решетку вот сюда, оказывается. Все перепутал. Не посмотрел просто. Красиво вообще, да? Да, мордочка, конечно, у этой машины отличная. Дальше, дальше, дальше. Что-то я нашел какие-то две запчасти. Вот эти запчасти. Сейчас я посмотрю инструкцию. Не поверите, это были зеркала. Снял обшивку с дверей и установил зеркала, потому что, видимо, надо было сначала их установить. Все очень строго по инструкции, но я, как обычно, по инструкции не действую. Так, какие берем колесики? Я вот думаю, мне вот нравятся, если честно, матовые черные диски, то есть диски, не колесики, диски. Мне всегда нравятся матовые почему-то. Черные, матовые. Красиво смотрится на машинах. На автомобилях. Мне кажется, вот в этом процессе самое легкое — это как раз таки установить колеса. Не так, как в жизни. В жизни очень тяжело на машину колеса поставить. Так, вот, все.
поставили. Теперь резина. Очень низкопрофильная резина. Вот с этой стороны есть надпись. То есть мы получается, ставим лучше сразу же на ту сторону, чтобы видно было надпись. Вот. Вот. Красиво. Красота. Вот, мне кажется, это самое приятное вообще в этом деле. Это резину поставить на машину. Красивые диски и резину. Вот это да. Диски и резина. Это вообще. Причем резина мягкая такая. Вот последняя. Вот она, все. Отлично. Все, резина стоит. Так. Сиденье есть. Панель. Так, как поставить панель? А, вот оно. Такое маленькое. Я так и думал, когда соберу все запчасти, уже легче будет это зеркало найти. Давайте поставим зеркало. То есть, ну, зеркало мы поставили. Давайте поставим лобовое стекло. Так, стекло. Проблема. А нет, все, проблема решилась. Вот мы аккуратненько. Оп! Защелкиваем. Вообще классно стало. Прям как родное. Только мне интересно, почему боковых стекол нету. Так, давайте по конструкции переворачиваем. Переворачиваем ее. Ставим. Так, давайте вот так перевернем. Чтоб видно вам было. То есть переворачиваем руль. Чтоб нам педали были здесь. Так. Вот так что ли. Вот так как-то. О, что-то там щелкнуло. Что-то щелкнуло. О! Вот так ставим ее. Немного трясется. Мне кажется, будет шуметь. А в машине это, конечно, не очень приятный момент, когда что-то бренчит. Вот и все. Днище установлено. Осталось прикрутить пару рупиков. Вот они. Эй, шурупики. Какие-то шурупики, если честно, не веселые. Вот прям не веселые. Вот прям не хотят они закручиваться. Стойте. Это же не подшурупики. Или подшурупики. А, шурупики. Вообще вот сюда, вот в эту дырку. Вот. Раз. Закидывать надо вот так вот. Потрясти. Туда отверткой. Раз. Ох. Ну давай, давай. Давай. Ну-ка. О! Все, держится одна сторона. Осталась вторая. Кстати, отвертка какая-то. То, что она маленькая, она не очень удобная. О, все. Отвертка, наверное, проворачивается, мне кажется. Вау! Смотрите, какая тачка! Вот это да! Ford Mustang. Ездит очень мягенько. Кстати, я вам скажу, что панель не трясется, что-то другое трясется. Что? А, трясется вот этот двигатель, в общем, который мы установили. А так она очень тихо, конечно, и прям приятно чувствуется, что резина
хорошая, мягкая, не шумит. Ну, для коллекции классная машина. Если честно, она была самая лучшая из этой коллекции. Маисто. Коллекция Маисто.